Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Кто куда, а мы в цирк. Вот и цирк уже виднеется. Перед ним огромная елочная игрушка, елочный шар. А дальше светящаяся арочная дорожка. Мы идем в сторону цирка. Пройдем вот этот шар. Конечно, ночью все намного красивее светится. Все это хорошо горит. Ну, сейчас тоже красиво. Метет прям метель. Очень тяжело снимать. На видео незаметно, но снег идет очень сильно и еще с ветром. Но я все равно поснимаю дорогу в цирк. Сколько же снега в этом году? Кошмар. Когда мы были маленькие и жили в Баку, мы так ждали этого снега. Это была такая редкость. Прямо чудо какое-то, если выпал снег. И мы не могли дождаться, когда же наметет хоть немного, чтобы выйти во двор, начать играть в снежки, кидать в друг друга, веселиться. Наши дети далеки от всего этого. Снег идет и идет. Они вообще не воспринимают это как какое-то чудо, так как воспринимали это мы. Вот так вот все познается в сравнении в этой жизни. И то настроение, с каким мы ходили в цирк, тоже, конечно же, непередаваемое. Как мы ждали этого события, как мы переживали. Можно было полночи не заснуть, думать, как там и что будет. А самое главное, какие там еще вкусняшки родители купят. Бутерброды с докторской колбасой или вафельные трубочки с начинкой вкуснейшей. Очень вкусные трубочки с очень вкусной начинкой. Больше таких нет нигде. Вот мы подходим к цирку. Тут уже 2024 год наступает. Елка тоже, как и цирк, видите, под куполом светится. Ну все, идем в цирк. Thank you.
понять, насколько лет мы ошиблись. Сделаем расчеты и вернем все, как было. Не переживайте, тут работают профессионалы. Зажгись!
замечательно, но у нас наступает год дракона. А Сима у нас почему-то обезьяна. А действительно, Федор Исаакиевич, Геннадий Спиридонович, почему у нас тут до сих пор обезьяна? Ну-ка идите сюда, я вас тоже наградить хочу. Ловите его! Ну что ж, дорогие подписчики и зрители моего канала, вот такой у нас сегодня с вами цирк. Хороший или плохой, судить вам. Мне, честно говоря, очень не хватало зверюшек. Запашные в этот раз даже тигров на сцену не вывели. Очень уж хотелось на них посмотреть, особенно у них белый тигр красивый. Поэтому мы очень любим уголок дедушки Дурова. Там каждый номер со зверюшкой. И очень интересные, молодцы, они очень стараются. Единственное, что там запах не очень приятный. Так как помещение небольшое, то запах стоит от животных очень даже ощутимо. Ну ладно, всего вам доброго. Пока-пока.